Путь пройден большой. Когда я вспоминаю, с чего все начиналось. И приказ, и грамота о вашем поощрении. Не подберешь всех слов, чтобы высказать об этом человеке, который сейчас сидит в этом замечательном зале, в этом замечательном учебном заведении. Часы молотого. И мать здорово расстроилась, он сказал, вот видишь, инженер работает.